Пять первых мест, одно второе и одно третье. Воспитанники клуба «Греция» Центра внешкольной работы под руководством тренера Руслана Казбаранова вновь показали отличные результаты на первенстве Нижегородской области по тяжелой атлетике. Помимо личных успехов, наша команда заняла второе место в общем зачете, уступив лишь сильнейшим спортсменам из Дзержинска, оставив позади тяжелоатлетов из Нижнего Новгорода и Уреня. Результаты отличные, как бы. Каждый из ребят увеличил собственные результаты. Ну, то есть, как бы... Те веса, которые не покорялись им в зале, то есть они покорили их там на соревнованиях. Там ведь атмосфера совсем иная уже, то есть там уже соревновательно идет, они уже соперничают, вот, поэтому там и результаты всегда лучше получаются. Ребят на соревнования тренер старается возить как минимум раз в два месяца. Состязание – важный аспект для спортсменов. Именно на чемпионатах и турнирах, встречаясь с воспитанниками других клубов и школ, дети понимают, зачем они пришли в этот вид спорта и каких успехов хотят добиться. Алена Ермакова занимается всего год, но в копилке ее наград – золото областных соревнований по тяжелой атлетике памяти олимпийского чемпиона Бушуева. На первенстве Нижегородской области девушка также стала первой. Мы поднимали от 18 килограммов, рывок у меня закончился 32 и толчок 40. Дальше я хочу поднимать больше веса, чтобы дальше идти и ездить не только в Дзержинск, а по другим городам и занимать первые места. Вместе с Аленой на пьедестал почета поднялась Валентина Савина. Два года назад она пришла в клуб попробовать свои силы и решила остаться. Теперь три раза в неделю Валя занимается таким, казалось бы, не женским спортом. Поднимает штангу и приседает с гантелями. Это не первый раз, как я выезжала в Дзержинск. Тогда я второе место заняла, а сейчас первое. В марте воспитанники Руслана Казбаранова вновь отправятся в Дзержинск на Кубок Нижегородской области по тяжелой атлетике. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.